Подписывайтесь на мой YouTube канал. Дорогие друзья, смотрим вот такие вот черенки. Вот это вот черенки аватара. Они очень крупные. 10 штук это черенки Рататуя. Это 20 черенков Юпитера. Вот так мы их купили. Это крупные. Это у нас сосна, 30 штук. Так. У меня железный купорос. Уже обработал. Что будем делать? Будем садить на зиму. Рискуем, но реально по барабану. Сейчас закапываем, по весне будет бешеный рост. Не будет, не будет, будет, будет. Кто не рискует, тот не пьет шампунь. Так, температура земли 0. Под землей 0 градусов. Ну, по сути дела, сюда мы его и затрамбуем. У меня тут ямок уже накопано. Так что, дорогие друзья, сейчас мы этот сделаем посадочку, так сказать.